Компания Цептер Интернешнл, основанная в 1986 году, работает на казахстанском рынке уже 25 лет. В связи с особой ситуацией по всему миру и карантином в стране, представители компании в Шымкенте решили поддержать тех, кто на передовой борется с распространением коронавируса. Медицинским работникам города подарили специальные устройства для очистки воздуха. Therapy Air Ion теперь будут установлены в городской инфекционной больнице, реабилитационном центре номер 2 и провизорном стационаре МИРМ. Воздухоочистители помогут врачам в их работе. Воздухоочиститель – очень нужное приобретение, спонсорское приобретение для нашего центра, не только для теперешних сейчас вот посетителей, но и для больных, и в будущем для детей. Спасибо большое компании «Цептер». Благотворительную акцию решили провести, чтобы поддержать медицинских работников, которые ежедневно борются с COVID-19. Воздухоочистители обладают современной технологией очистки воздуха, в том числе и от вирусов. Представители компании уверяют, у них есть целая противовирусная программа. Компания «Цептер» несет философию здорового образа жизни. Она пропагандирует здоровье в каждый дом. Сегодня призываю всех прийти в компанию «Цептер» и приобрести антивирусную программу, лампы «Биопрон», очиститель воздуха, очиститель воды. В «Цептер Интернешнл» уверены, вклад медиков в борьбу с коронавирусом неоценим. Представители компании продолжат делать добрые дела и вносить свою лепту для того, чтобы остановить распространение опасного вируса.